Привет, друзья! В кухнях народов мира существует множество рецептов баклажан. Сегодня же представляю вам, пожалуй, один из наиболее оригинальных и экзотических. Рецепт баклажан с соевой пастой по-китайски. Итак, недолго думая, бегу готовить. Баклажаны я помыла и срезаю кончики. Одежку баклажан тоже снимаю. Режу вдоль баклажан. Слегка наискосок, толщиной примерно 3-4 мм. Прорезаю до середины где-то. Затем переворачиваю баклажаны и с другой стороны тоже режу слегка наискосок, только в другое направление. Выбираем баклажаны молодые, без семян, среднего размера желательно. Получается вот такая гармошка из баклажан. Сам по себе он остается целеньким. Пока оставляю баклажаны и режу остальные заготовленные овощи, а их немного. Лук, перец и чеснок. Лук репчатый режу пополам. Делаю надрезы вдоль, не доходя кончика луковицы. И затем мелко шинкую. В азиатской кухне довольно-таки лука не жалеет, и он незаменимый овощ, так как придает блюду приятную сладость и пикантность, не менее чем чеснок. Затем режу тонко стручковый перец. Вот этот овощ можно, конечно, заменить сладким перцем или просто уменьшить количество в данном блюде, если вы не любите острое. Хотя в этом и вся фишка в остроте. Чеснок тоже мелко рублю. Нагреваю достаточное количество масла. Проверяю палочкой. Если идут активные пузырьки, значит масло хорошо нагрелось. И приступаю к обжарке баклажанов. Осторожно, только баклажаны должны быть очень сухими, иначе можно обжечься от брызг масла. Переворачиваю и жарю с другой стороны. Огонь должен быть сильным, так быстрее они обжарятся и меньше вберут в себя масло. Как только кончики баклажанов подрумянятся, можно вытаскивать их. Наливаю немного масла в сковородку и обжариваю слегка лук. Затем кладу фарш и тоже обжариваю все это вместе. Здесь подойдет свинина или говядина. Две-три минуты буквально, и мясо готово. Заправляю соевым соусом. Затем кладу соевую пасту тендян. Она не заправленная специями. Слегка перемешиваю специи. Затем кладу чеснок, чуть-чуть черный перец, сахар коричневый. Можно заменить простым сахаром и красный молотый перец. Все хорошенько перемешиваю и наливаю немного простой воды. Слегка перемешиваю и сразу же выкладываю баклажаны аккуратно. Сверху посыпаю нарезанным перцем. Накрываю крышку и тушу 7-10 минут на среднем огне. Осторожно, не перемешивая блюдо это, кладем баклажаны на тарелку. По желанию можно посыпать зеленью или кунжутными семенами. Подают его как горячую закуску, так и холодную, с горячей чашкой риса. Это очень вкусное. Необыкновенно простое блюдо станет вашим хитом среди всех блюд из баклажан. Спасибо всем за просмотр. Если это видео было полезным для вас, то ставьте лайк. С вами была Наталья. Пока-пока!